Вот, продолжай. Вся слава, вся сила, вся честь. Da da da.
ждем тебя, Отец. Начни движение. Начни свое движение сейчас. Миром моим, говорит Господь. Я очищаю ваши сосуды. Все те, кто сейчас предстоят передо мной, говорит Господь. Вас благодарю. Я с вами, дети мои, ваши сердца предо мной, каждое предо мной. А вот я хочу, чтобы ваши сердца раскрылись предо мной. Чтобы ушло всякое недоверие, всякий страх. Я хочу, чтобы вы приходили ко мне, говорит Господь, с доверием, с полной верой. Ведь я тот, который вас сотворил. Я тот, который сотворил все, говорит Господь. Я наполняю все дышащее силой. Который повелевает планетам вращаться, который призвал их из небытия. Я хочу, чтобы вы мне доверяли, открывали передо мной сердца свои, говорит Господь. Ибо я не могу наполнить закрытый ларчик. Собираю в свои закрома, чтобы принести через них урожай в царствие мое. Аллилуйя, Осана, Аллилуйя, Осана, ты спаситель наш, все держители. Прославляем мы Христа, величаем мы Христа. Я с вами, дети мои, говорит Господь. Thank you.
вы очищаете ваши сердца и настраиваете их на мою волну, говорит Господь, вам легко слышать голос мой. Слышьте меня, дети мои. Я так близко к вам. И матерь мой, аллилуйя, с вами я, ваш спаситель. Давайте, друзья, сейчас немножечко почитаем Библию. Отец, пожалуйста, благослови это чтение, даруй нам откровение, настрой нас, Господи, на волну Твоего Писания, открой нам ум к разумению Твоего Писания, Господи, дай нам новое откровение, дай нам новое понимание. Так, чтобы свет Твоего Слова освещал нашу жизнь, освещал нас, наш путь, чтобы мы понимали лучше Твою волю, Господь. И чтобы мы соблюдали Твое Слово, Отец. Благослови, пожалуйста, наше чтение, наше проникновение в Тебя. И Ты проникай в нас лучом Духа Святого. Освещай в нас все то, что нам нужно исправить. Говори к нам, Отец. Сделай нас способными воспринимать слова Твои. Сделай нас способными воспринимать, слышать Тебя. Научи нас ходить пред лицом Твоим в духе и в истине, как хочешь Ты. Научи нас быть Твоими послушными детьми. Двигаться в Духе Твоем Святом, чтобы принести плод в Царство Твое. Научи нас, драгоценный Отец, во имя Иисуса. Амен. Итак, друзья, мы продолжаем чтение Библии. Сегодня у нас первая книга Библии «Бытие», 47 глава. И я напоминаю тем, кто слушал, и говорю тем, кто не слушал до этого, что в первой книге Библии, которая называется «Бытие», это первая книга Ветхого Завета, Библии вообще, рассказывается о том, как Бог сотворил человека в первых главах, сотворил этот мир, и как человек согрешил и был из-за этого удален из райского сада, Эдемского сада, в котором он
изначально был помещен, и Господь за грех Адама и Евы проклял землю, и мы живем на земле проклятой Бога, потому так трудно нам жить, человеку так трудно, все дается, потому постоянные проклятия одолевают, войны, стихийные бедствия, болезни, пандемии. Это все результат, друзья, грехопадения и пребывания людей во грехе, жизни без Бога. Но Бог не оставил человека, Бог захотел спасти эту землю, и Он придумал удивительный план, вернее, этот план был заранее, еще до того, как Господь сотворил землю, Он уже придумал, Он уже знал, что, чем это все кончится, к чему это все приведет, и как оно все будет. И вот в Библии написано все это, как оно все будет до конца времен, до конца, до полной победы Божьей на земле, когда на земле воцарится Его Божье Царство, о чем повествуют последние книги Библии, книга Откровений. Целый план спасения, который состоял в том, что Бог сначала избирает одного человека, Авраама, от него производит великий народ, избранный Божий народ, израильский народ. Этот народ дает этому народу обещание о Машиахе, о том, что к ним придет Мессия. И Мессия приходит в назначенный срок, но евреи его не признают. Признает Он создает первую церковь, и Бог повелевает этой первой церкви идти до краев земли, проповедовать единобожие, проповедовать Царство Небесное, что оно приблизилось, проповедовать Христа, Спасителя мира. А евреи, они остаются избранным Божьим народом, но они остаются таковыми, и в наказании Божьем. Бог наказывает евреев за то, что они не узнали день посещения, не приняли Христа. Таков был план Божьего спасения. Евреи рассыпаются, Бог рассеивает их, удаляет их с земли обетованной, рассеивает по всему миру, для того, чтобы в конце времен обратиться в землю обетованную, то, что мы сейчас происходит, и для того, чтобы здесь, в земле обетованной, уже явить им Машиаха Христа. Об этом написано у пророков танахических, библейских. Вот, а мы сейчас читаем книгу Бытие, читаем о жизни внука Авраама, Иакова, который боролся с Богом и получил имя Израиль, Израиль, что означает «борющийся с Богом». И мы застаем Иакова сейчас, сегодня, в том месте, что он с детьми своими переселился в Египет из земли обетованной, потому что в земле обетованной был голод. А в Египте был сын Иакова, Иосиф, которого продали его братья в рабство фараону. Но Иосиф, Бог был с Иосифом, Иосиф поднялся. И когда братья пришли к нему за хлебом, он им открылся и позвал их, весь род и отца своего, в Египет, чтобы пережить голод, который наступил по всей земле. И вот мы читаем Бытие, 47 глава, 1 стих. «И пришел Иосиф, сын Якова, которого братья продали в Египет, и известил фараона и сказал: отец мой, братья мои, с мелким и крупным из земли ханаанской, то есть из земли обетованной. И вот они в земле Гесем, в Египте. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. Братьев было больше, естественно, с членами их семей, их было там 50 человек, 50 с чем-то человек. Ну, 5 взял для представления. И сказал фараон братьям его:
какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. То есть мы пастухи. А египтяне пастухами не были никогда, да? И они пренебрежительно относились к евреям и к пастухам вообще. Египтяне занимались сельским хозяйством. Они хлеб выращивали. И сказали они фараону, братья Якова: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота, рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. И так позволь поселиться рабам твоим в земле Гессем, то есть в Египте. И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобой. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Ну, понятно, почему фараон так говорит, потому что Иосиф стал фактически вторым лицом в государстве после фараона. И своей мудрой политикой он, в общем-то, спас Египет от голода. Конечно же, фараон облагодетельствовал отца и братьев Иосифа за это. И если знаешь, продолжал фараон, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. И привел Иосиф Якова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Яков фараона. Ну, мы знаем, что из Библии, что больше благословляет меньшего, не наоборот. То есть отец Якова был по возрасту старше, да, и, очевидно, по своему духовному положению, как служитель Бога живого, да, знающий Бога, он благословил фараона. И это благословение – это не просто слова благодарности какой-то, это благословение патриарха израильского. Оно имеет силу, оно имеет силу и приносит и материальную выгоду. Мы и дальше увидим, какую материальную выгоду принесло фараону благословение его Якова. И благословил Яков фараона. Фараон сказал Якову: сколько лет жизни твоей, сколько тебе лет? И Яков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет. Как он отвечает? Дней странствования. Не просто мне столько-то лет, а дней странствования. То есть Яков воспринимал себя, как и должен воспринимать себя и весь еврейский народ, как странников и пришельцев на этой земле. Это то чувство, то ощущение, мироощущение, которое Израилем было впоследствии потеряно. И вот для того, чтобы вернуть это чувство странничества, что вы на этой земле странники, пришельцы, Бог и рассеял Израиль, и они скитались, евреи скитались 2000 лет по всему миру, пока Господь не начал их обратно собирать в 1947 году. Раньше началась репатриация в Израиль. Вот. И так Яков сказал: дней странствования моего 130 лет. Малые несчастны дни жизни моей, сказал Яков, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. То есть Яков прожил меньше, чем Авраам, Исаак. И благословил фараона Яков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. Дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. То есть евреи жили при Иосифе лучше, чем
египтяне, потому что голод был на всей земле. И вот мы читаем дальше, 13 стих. «И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская». Помните эту историю, да? Когда Бог дал сначала 7 лет благоденствия, а потом 7 лет голода при Иосифе, премьер-министре, при фараоне. Иосиф мудро поступил. В 7 лет благоденствия он не расточал зерно, он собирал зерно в житнице. У Иосифа было зерно. И вот Бог нам, верующим, повелевает искать лица Его, искать духовного прежде, материального, искать сокровищ небесных, духовных. Для чего? Для того, чтобы, когда наступят дни злые, у человека была твердая вера, близко знал Бога и мог спрятаться в Боге от тяжелой жизненной ситуации. Лена, у меня, я записываю сейчас и закончу. От тяжелой жизненной ситуации. Вот если вы верующий человек, пока у вас все хорошо, копите сокровища небесные, познавайте Бога. Потому что вера крепнет от чего? От того, что мы познаем Бога, и мы начинаем Его видеть, Его руку, Его действие в нашей жизни. И мы начинаем слышать Его слова, и мы возрастаем в откровениях, в познании Его. И это помогает нам, когда наступают дни тяжелые испытания, пройти их, укрывшись в Бога. Вот как Иосиф накопил зерно в житнице. Это же образ для нас. Так и мы должны накопить зерно Слова Божьего в себе, чтобы когда наступят дни засухи, дни трудности, и таким образом устоять в этих испытаниях. И вот голод. Потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. То есть Иосиф продавал зерно, а деньги приносил фараону. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. И все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеб, зачем нам умирать пред тобой, потому что серебро вышло у нас, то есть закончилось серебро, но есть-то хочется, дай нам хлеба, мы знаем, у тебя в житницах есть хлеб». И что, и как поступает мудрый еврей? Мудрый еврей, в данном случае Иосиф, поступает так. Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, я буду давать вам за скот ваш хлеб, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему египтяне, и сказали ему: «Кроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего тоже истощили. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И как поступает мудрый еврей здесь? И купил Иосиф всю землю египетскую, но не себе, а для фараона.
Потому что если бы Иосиф купил эту землю для себя, что бы было? Ему бы возненавидел весь народ. Как бедные не любят богатых. А Иосиф поступил мудро. Он для фараона купил эту землю. Потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась вся земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов, священнослужителей египетских, не купил Иосиф, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Я купил теперь для фараона вас, землю вашу, вот вам семена, и засевайте землю. И когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они, то есть египтяне, сказали: ты спас нам жизнь. Видите, возблагодарили его: ты спас нам жизнь. Чем? Тем, что у Иосифа было зерно. Он мудро поступил с зерном, он сохранил его. И, конечно, египтяне понимали, что никто даром не будет давать им зерно. И они отдали сначала скот, потом сначала деньги отдали, потом скот свой, потом земли, а потом и сами продались и стали слугами фараону. Весь Египет стал рабами фараону. Закон земли египетской даже до сего дня — пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль, братья Иосифа и отец его, в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И, конечно же, евреи жили лучше египтян. Но Иосиф вел себя мудро. Он упрочал власть фараона, а не свою собственную. И знаете, большой урок. Вот смотрите, когда евреи были рассеяны в первом веке нашей эры, когда римляне пришли, разрушили храм, Иерусалим разрушили и разогнали евреев, евреи скитались по всему миру, до краев земли. Они... И там, где они остались, в общем-то, народ... Но это было до поры до времени. Потом евреев гнали, потому что христианство тогда начинало, уже возрождалось. А христиане, они приняли ложную доктрину замещения. В ранней церкви, отцы ранней церкви приняли ложную доктрину замещения. Согласно этой доктрине, Бог отверг свой народ навсегда, и место Божьего избранного народа заняла церковь. А евреев не любили отцы церкви. Когда евреи потеряли большинство в церкви, появились отцы церкви, такие как Иоанн Златоуст, и другие, которые ненавидели евреев. Не путать Иоанна Богослова, автора Библии, библейского автора, с Иоанном Златоустом, это разные. Евреев ненавидели, антисемитизм возник в церкви. И вот евреи, когда жили в странах, они испытывали гонения, их не любили, их ложно клеветали на них. Их изгоняли. И единственная страна,
которые не гнали, не убивали, не устраивали погромов. Единственная страна в мире, где евреям было хорошо, где они были равноправны, где у них не было ни черты оседлости, ни запрета на различные ремесла. Единственная страна, которая их приняла, как фараон принял Иосифа и его братьев, это была Америка, Соединенные Штаты Америки. И Бог благословил Америку таким образом, что Америка стала мировым лидером. Не за ум свой, нет. Америка вообще переводится с иврита амрек, ам народ, рек пустой, пустой народ. Они ничего не дали миру, кроме демократии, но демократия — это ложь. Потому что власть не может принадлежать народу. Народ требует, чтобы им управляли. Народ не может управлять. Народ нуждается в управлении. Американский народ не такой умный. Но Бог благословил Америку. Почему? Потому что они дали Израилю спокойно процветать. И израильтяне, как Иосиф, благословили Америку, работали на Америку, так в смысле, на благополучие Америки. Вот вам, Яков благословил фараона, евреи благословили Америку, и Бог благословил Америку и поднял ее. Но поскольку люди, американцы, они возлюбили, как, впрочем, Израиль, они возлюбили Маммону. Помните, мы будем дальше читать. Следующий. Сделали себе золотого тельца и поклонялись ему. То же самое произошло с Америкой. Америка стала поклоняться золотому тельцу, и олигархат Америки стал ради прибыли устраивать войны по всему миру. Ради денег. И это послужит, к сожалению, как говорят пророки, падению Америки. Но вот принцип такой. Всякая страна, которая благословляет евреев, она благословлена Богом. И всякая страна, которая проклинает евреев, гонит, она проклята Богом. Есть такое обетование. В Библии так и написано. Мы будем читать об этом дальше. Благословляющих тебя, говорит Господь Израилю, я благословлю, проклинающих тебя я прокляну. Это закон Божий. Бог благословляет тех людей, которые служат Ему, исполняют Его волю. А воля Божья, чтобы евреев, Его народ, люди любили, они ненавидели. Вот государства, которые гнали евреев. Вот, например, гитлеровская Германия, она поставила целью своей истребить евреев, потому что у Гитлера была своя теория арийская, согласно которой избранным народом были немцы, а настоящих избранных надо было уничтожить, чтобы не претендовали. Гитлер задумал это, но ему ничего не удалось. Германия, фашистская Германия была разбита. И то же самое будет. И потом Германия покаялась в этом.
был акт национального покаяния устами Аденауэра, президента ихнего. Он за весь народ покаялся. И Бог поднял опять Германию, экономически поднял ее. Но если страна не кается за то, что она гнала евреев, я не могу, к сожалению, поменять место. Вы зависли. Добьем этот эфир так, а там дальше будем смотреть. А вот. И так вот, например, Украина. Как и в России, были антисемитские погромы, еврейские погромы. И покаяния за них не было. И за это обе страны, и Россия, и Украина, не терпели. А Украина же вдобавок за деятельность УПА. Украина страдает до сих пор за того, что не было покаяния перед евреями. За это. Украина страдает. И вот эта бандеровщина, она стала проклятием для Украины. Непокаянный грех. Читаем дальше. Осталось немножечко, друзья, чтобы нам закончить главу. «И жил Израиль в земле египетской», 27 стих, «в земле Гесем, и владели они ею, плодились и весьма множились». То есть евреи размножались, да, укреплялись. «И пришло время Израилю», то есть Якову, «умереть. И жил Яков в земле египетской», прошу прощения, пропустил стих 28, «17 лет, и было дней Якова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты скажешь, окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте. Дай мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта, похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал: сделаю по слову твоему. И сказал: клянись мне. И клялся ему Иосиф, и поклонился Израиль на возглавие постели». Ну, вы помните, Бог в предыдущей главе сказал Якову, что